Операционный блок – место, где ежегодно спасают сотни человеческих жизней. Сегодня в Басарабяской районной больнице трудятся 4 врача-хирурга. Один из них – Николай Никита. В области медицины он работает уже более 30 лет. Из мединститута молодой специалист вышел со специальностью онколога, но потом все-таки решил стать хирургом. Иногда думаешь, нет, не сложно. Просто, когда задумываешься, кажется, что ты постоянно в каком-то мелком стрессе постоянно находишься. Ну, это привыкаешь, переходит это в норму. Хирург – очень ответственная профессия. Часто только его вмешательство может спасти самое ценное – человеческую жизнь. Поэтому здесь важно быть уравновешенным и решительным. Огромное спасибо Николаю Ильичу за его золотые руки. Если бы не он, спасибо ему. Меня оперировали в понедельник после обеда. Хорошо, что он был здесь и оказывал мне хорошую помощь. Спасибо ему от души. Кроме того, больных нужно уметь успокоить и убедить в благополучном исходе лечения. Операция может быть легкой, а она может во время операции или после этого превратиться в сложную. И тут трудно определить. Любая мелочь может превратиться во что хочешь. Любые осложнения еще такие, которые можно даже не предвидеть. Но, к счастью, это бывает не так часто. Люди, не один год проработавшие с Николаем Никитой бок о бок, говорят, что он один из самых лучших специалистов в районе. На работе бывает всякое, но вместе мы работаем уже 15 лет. Как врач очень хороший, добросовестный. Никита – врач высшей категории. В одно время он находился и ночевал в хирургии. Спасибо ему за то, что он не отказывал, спасал жизнь людей. Он продолжал работать самостоятельно. Поэтому, хоть он уже и пенсионного возраста, но энергии еще достаточно. И я надеюсь, что он будет еще долго-долго работать. И дай Бог ему здоровья. Гордостью Николая Никита являются 2 его сына, которые пошли по стопам отца. Один в Кишиневе, правда, не совсем в области хирургии работает, но тоже связано с медициной. А второй, младший сын, вот уже 1,5 года работает в России. Очень интересно. Супруга Николая Ильича тоже врач, поэтому День медработника в семье Никита – общий праздник. И желают медики друг другу прежде всего здоровья, потому что они, как никто другой, понимают, что это самое главное в жизни.